Такой препарат, как наваяса лоха. Лоха обозначает железо. И поэтому иногда лаух пишут, иногда лоха. И поэтому все, что связано с железом, в основном связано с балансом крови, а значит, конечно же, с питой. Вот это наваяса лоха, это и есть самое главное показание, это анемия. Анемия, любая форма анемии. Ну, в основном, конечно, это железодефицитная анемия, она самая распространенная, поэтому фигурирует лоха. Второе такое показание, опять же, связанное с состоянием крови и гормональной активности у женщин, это скудные месячные. Особенно в периоде формирования менструального цикла, в периоде пубертатного, период пубертатного развития и формирования менструального цикла. Так. Можно вопрос? Да. Смотрите, очень часто у беременных женщин в период беременности анемия. Можно Конечно. Конечно, любые формы железа, но там анемия имеет другие причинные факторы. Это не состоять, как если не беременная женщина, это анемия связана с слабым красным ростком крови, то есть угнетением красного ростка крови. А во время беременности просто женской физиологии нужно работать, как говорится, за двоих. И поэтому часто после родов как бы эта проблема уходит. Но поддержать, конечно, можно. Вот есть классический препарат, это саптамрид лаух, и этот препарат лоха, наваяса лоха, можно также использовать.